приказа министра обороны полковник Ернар Мейрханов занял должность начальника департамента по делам обороны Северо-Казахстанской области. До этого назначения он занимал должность старшего офицера департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан. Его представил глава региона ГВС Нурмухамбетов. Ернар Сарсенбайұлы. Ернару Сарсенбаевичу 42 года, уроженец Талдыкургана, выпускник Алматинского высшего военного училища. Воинскую службу начал с должности командира десантно-штурмового взвода воинской части города Капшигай. В разные годы был начальником управления по делам обороны города Астаны, Сарыаркинского района, начальником штаба департамента по делам обороны Акмолинской области.